Я пишу сценарий компьютерной игре про детектива. Я уж думал, вы не придете. Я всегда исполняю свои обещания. Вы должны помочь мне, господин детектив, непременно должны. Моя жена, она исчезла. Пятая жертва фруктовщика найдена в вагоне. Понимаешь, как тяжело человеку уйти одному на похороны. А я уже недавно был на других похоронах. Какая жалость. Похороны — это такая морока. Уже четвертая жертва фруктовщика. Полиция от комментариев отказалась, но один пользователь Инстаграма